Накануне утром в областном центре на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома номер 3 произошло дорожно-транспортное происшествие сразу с тремя автомобилями. По предварительным данным, автоледи на «Шкоде», двигаясь со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы Супруновской, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с «Ниссаном» с последующим наездом на «Ситроен». Кроме машин в этой аварии, к счастью, никто не пострадал. Чего, к сожалению, не скажешь о дорожно-транспортном происшествии в Староскольском городском округе. В тот же день на участке дороги между Старым Осколом и Губкиным мужчина попал под колеса большегруза. От полученных травм пешеход скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Отметим, что за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и еще 4 получили травмы различной степени тяжести. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня тяжести последствий автоаварий, сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению требований правил дорожного движения. В первую очередь, это строгое соблюдение скоростных режимов движения, правильный выбор безопасной дистанции и интервала и недопущение факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.